Специальное предложение сегодняшнего дня. Абсолютная премьера. 24 столовых прибора. И когда вы заказываете два набора, второй набор всего за 1800 рублей. Цена действует только сегодня. Мы предлагаем вам 4 дизайна. Самый популярный – это императорские узоры. У нас также есть греческий орнамент, у нас есть дизайн виноград. И, наконец, мы представляем вам вензель. 2499 рублей цена только сегодня. Но когда вы выбираете два набора, любой второй за 1800 рублей. Немецкий бренд Frank Haus. Что же это за бренд? Frank Haus был, собственно говоря, открыт 11 лет назад. И этот бренд работает по всей Европе. Это немецкий бренд, и немецкие инженеры разрабатывают и изготавливают огромное количество посуды. Мы говорим о том, что у нас здесь 24 предмета. Это 6 ложек, 6 ложек чайных, 6 ножей и 6 вилок, соответственно. Все это выполнено из специальной стали 1810. Это содержание хрома и никеля. Это, по сути, хирургическая сталь. Плюс то, что вы видите, это золотое напыление, 24 карата. С ним ничего не случится, делается это напыление специальным образом в печах. Здесь, кстати, обязательно на каждом предмете обозначено, что это сталь 1810 и что это бренд Frank Haus. То же самое вы увидите на любом предмете, выбито на вилке, ноже или ложке. Посмотрите, какая идеальная полировка прибора. Это означает о том, что, в принципе, выполнен прибор этот из правильного материала и совершенно правильно отработан. Смотрите, я кладу на палец, и что это значит? Абсолютно не поддерживая, это правильная балансировка. Правильная балансировка значит очень много. Это значит, что инженеры поработали очень хорошо. Кроме всего прочего, например, если мы говорим про столовую ложку, очень вместительная сама ложка. И это бывает не так часто. Ну и в конце концов, посмотрите, здесь 24 предмета, сталь 1810, немецкое качество, золочение. И, конечно, осталось мне только сказать, вот. Дорогие друзья, чего же вы ждете? Вот именно. Александр Астунин, шеф-повар, ресторатор, проходил стажировку в Италии, во Франции. Он знает все о том, какой должна быть идеальная сервировка. Вы сейчас выбираете набор столовых приборов. 24 прибора в подарочной упаковке на 6 персон. Но 6 персон – это мало для ваших застолий, шумных и радостных. Вам необходимо два набора. Так вот, второй набор вы выбираете за 1800 рублей. Это беспрецедентное предложение. Такого не было никогда. Давайте же выберем дизайн. Потому что, ну, знаете, по традиции самым популярным и дизайн, который заканчивается первым. Вот давайте посмотрим. Это виноград. Да? Ну, вот он. Также рядом с ним вы видите императорские узоры. Они распродаются первыми. Рядом с императорскими узорами двуглавый орел мы видим греческий меандр. Греческий меандр – это символ бесконечности. И рядом с ним мы видим вензель – это классический вариант такого восхитительного столового прибора, который подойдет как для ежедневного использования, так и для того, когда собираются гости. Знаешь, Сашенька, мне очень повезло, меня мама с детства приучала к сервировке, и мне кажется, правило, которое не подлежит никакому изменению – все столовые приборы на вашем праздничном или повседневном столе должны быть в одном стиле. И давай же рассмотрим дизайн, потому что мы с тобой смотрели, какие столовые приборы предлагаются сейчас, и ближайший конкурент – это от 10 тысяч и выше на 24 столовых прибора. Совершенно верно. Здесь мы имеем 6 столовых ложек чайных, 6 столовых вилок и 6 ножей. Все это приходит к вам в подарочной упаковке. Все это изготовлено из специальной стали 1810. Причем, дорогие друзья, обратите внимание, насколько роскошные дизайны, насколько красиво и грамотно они выполнены. Золото. Я могу сказать, что, например, здесь есть и пескоструйные части, и позолота. С позолотой ничего не происходит. Если мы сейчас возьмем нож и попытаемся эту позолоту снять, видите, бринчит, но ничего не происходит. Почему? Потому что позолота выполнена специальным нанесением под давлением в специальной камере, и на нее производитель дает гарантию вообще на все приборы
30 лет гарантии от производителя бренда Frank House. Вы привыкли сервировать праздничный и стол каждый день великолепными столовыми приборами. Вам хочется их обновить. Вы сейчас заказываете 2 набора, и второй всего за 1800 рублей. Это великолепный подарок молодоженам, новоселам, юбиляру, руководителю. Вот давайте и посмотрим, о чем мы с вами говорили. Подобные столовые приборы, вот 24 предмета на 6 персон. Цена была 15 тысяч, сейчас почти 12 тысяч. А у нас 2 набора, 4299 рублей. И это, между прочим, 48 предметов. 48 предметов вы выбираете всего за 4299 рублей, а не 24 прибора за 12 тысяч. Опять же, столовые приборы – это показатель вашего гостеприимства. Столовые приборы – это удобство гостей, которые наслаждаются приготовленными вами блюдами, и им приятно держать в руках и столовую вилку, и столовую ложку, и нож. Когда начнется чайная церемония, и вы подадите десерт, они с удовольствием воспользуются чайной ложкой, у нее тоже удлиненная ручка. Посмотрите, какое высокое качество исполнения. Нержавеющая сталь, вы видите, да, какая прекрасная толщина. Ну и наш богатырь Александр Астунин, эксперт с огромным опытом шеф-повар, сейчас покажет вам. Итак, у меня две вилки. Одна тоже написана со сталью 1810, и мы это прекрасно видим. И наша от Frank House. Смотрите, что мы делаем в руки и пытаемся теперь согнуть. С нашей вилкой от Frank House ничего не происходит, а вот с другой вилкой, смотрите, видите, как она сгибается. А теперь делаю... Пробуй то же самое, и ничего не происходит. 30 лет гарантии. Да, это означает, дает, что здесь у этих приборов 30 лет гарантии. Предпоследний прямой эфир. Выбирайте свой дизайн. Императорские узоры самые популярные. У нас есть виноград, греческий орнамент, и у нас есть вензель. 2499 рублей цена только сегодня, но за 48 предметов цена 4299 рублей. Еще раз, виноград, императорский узор, греческий орнамент и вензель. Звоните нам по бесплатному номеру, который видите внизу вашего экрана. Заказывайте 2 набора, 48 предметов за 4299 рублей.